Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, новые зрители! Меня зовут Ева, и на этом канале я публикую свои путешествия и вещаю новости туризма. Туроператор Annextour разрешил перенос денежных средств на Турцию с 9 зарубежных направлений, туры по которым из-за внешних ограничений состояться не могут. Эта опция уже работает. Туроператор объявил о возможности переноса на Турцию заявок с таких направлений, как Куба, Доминикана, Мексика, Арабские Эмираты, Вьетнам, Мальдивы, Кипр, Тунис и Египет. Основное условие – перенос денежных средств возможен только с отправлением туристов на рейсах тех авиакомпаний, на которых у Annextour есть блочная перевозка. Соответственно, это перелеты турецких перевозчиков из Москвы и других городов в Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Отправить клиентов на курорты Турции на GDS-рейсах при переносе заявки нельзя. Что такое GDS-рейсы? Я, честно говоря, тоже первый раз слышу эту аббревиатуру. Википедия говорит, что это глобальная дистрибьюторская система, международная компьютерная система бронирований. Компьютерные системы бронирований первоначально были разработаны и использовались только авиаперевозчиками. Перенос денежных средств уже доступен с 10 мая, а сама функция работает автоматически. Для этого надо сформировать новую заявку на тур по текущей стоимости продукта, опубликованной на сайте Annextour. Если сумма прежней заявки перекрывает сумму новой заявки, оформленной на Турцию на блочной перевозке, разница в денежных средствах будет сохранена на депозите. Вот такая коротенькая новость. Напоминаю, что такое блочная перевозка. Это на регулярных рейсах туроператоры блокируют определенное количество кресел, своего рода чартерная перевозка на регулярных рейсах. Напоминаю, что ссылка на источник информации у меня всегда находится под видео, так же, как и ссылка на мой второй дачно-кулинарный канал. Еще напоминаю о том, что я не являюсь турагентом, туроператором, не продаю билеты, не оформляю страховки, визы и так далее. Я всего лишь озвучиваю новости туризма, официальные новости в туристической отрасли. Итак, если хотите получать от меня новости туризма, то вам нужно на меня подписаться и нажать на колокольчик, не забывайте. Всего вам доброго, мирного неба над головой, счастья, хороших путешествий, успехов. Всем до свидания.